Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями, экспонент Лиди у нас в кадре. Лиди, расскажите, какую цель вы преследуете, выставляясь на неделе российского ритейла, и какие у вас ожидания от этого форума? Добрый день, я представляю крупнейшего производителя светотехнических решений в России. Мы очень плотно работаем с ритейлом. В принципе, мы производим светодиодное осветительное оборудование для всех областей применения, но так как у нас выставка приурочена именно к такой тематике ритейла, мы здесь показываем современные технические средства и дизайнерские решения, которые позволяют каждому ритейлеру найти оптимальное решение для увеличения продаж, для поддержки продаж, для того, чтобы свет стал элементом мерчендайзинга, чтобы можно было как можно более эффективно продвигать свой продукт в различных сетях, магазинах различных форматов. А как в целом вам аудитория, которая сюда приехала, контрагенты — это ваше будущее? Как в целом те, кто здесь находится? Очень интересная, динамичная выставка. Очень много различных решений здесь показано, представлено. Нас посетили уже несколько представителей крупных сетей, с кем мы еще не работаем, но надеемся, что у нас огромный потенциал для работы. Плюс нас посетили небольшие магазины фэшн-ритейла, дизайнерские бюро, которые заинтересованы в том, чтобы иметь свет для собственных нужд именно в соответствии с их нестандартными потребностями. То есть очень полезная, интересная выставка, ну и плюс потрясающие, интересные темы, которые на конференции представлены. Они, скажем так, немножко такой взгляд в будущее, да, что нас ждет, как будет выглядеть ритейл, куда мы движемся, к чему стремимся и над чем нужно плотнее работать. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми гостями.